модальный глагол dürfen. Dürfen. Иметь разрешение, право что-то сделать, мочь. Давайте начнем со спряжения глагола в настоящем времени. Модальные глаголы относятся к неправильным глаголам, поэтому нужно запомнить, как они изменяются по лицам. Ich darf, du darfst, er, sie, es darf, wir dürfen, ihr dürft, sie, sie dürfen. У глагола dürfen, как и у всех модальных глаголов, есть особенность в спряжении. В формах ich, er, sie, es настоящего времени у него отсутствуют типичные окончания. Также нужно запомнить изменение корневой гласной в формах единственного числа. Dürfen используется. Dürfen wir an diesem gemütlichen Tisch Platz nehmen? Ja, natürlich. Можем ли мы или позволено ли нам сесть за этот уютный столик? Да, конечно. Sie dürfen hereinkommen. Вы можете войти. Im Café darf man nicht rauchen. В кафе нельзя курить. Dürfen с отрицанием переводится как нельзя. Порядок слов в предложении с dürfen. Внимание! Помните о соблюдении так называемой рамочной конструкции. Du darfst mein Törtchen nehmen. Ты можешь, я тебе разрешаю. Взять мое пирожное. Darf ich Ihnen eine Tasse Tee bringen? Разрешите принести вам чашечку чая? Also, was darf ich Ihnen bringen? Итак, что я могу вам принести? А теперь проверьте себя. Попробуйте перевести эти предложения. На этом сегодняшний урок окончен. Спасибо за внимание. Учите немецкий вместе с Epish Deutsch.